На часах полдень, а бригада дорожников только технику расправляет. Да не просто машину, а суперсовременную помощницу для укладки холодного пластика. С этим приобретением дороги Уссурийска будут помечать более качественным материалом. И эта часть работ такая емкая, что каждый водитель обратит внимание. Но труд специалистов в оранжевых жилетах начинается едва ли не с петухами. Самая, да, длительная подготовка к разметке, потому что это не так просто. Не по щучьему велению оно все появляется. Нужно подготовить ось, пробить ровно, разметить начало вида разметки, а потом только мы наносим в течение там 10-15-30 минут. Прежде чем сесть за руль и включить аппарат, весь намеченный участок бригада прошла пешком. Теперь вот едут. Очень медленно. Всего 5-10 километров в час. Иначе нельзя. Ведь в кузове идет важный процесс. В емкостях три компонента. Жидкий пластик, отвердитель и светоотражающие шарики. Смешивание идет у самой дороги. И права на ошибку у бригады просто нет. Кажись на метке. Там все будет видно. 50 метров или 100. Вот так улицу за улицей в постоянной связке друг с другом. И у каждого своя зона ответственности. На двоих у них не меньше 40 лет стажа. Раньше разметку наносили старым добрым путем. Где вручную, где практически на глаз. Теперь строгий контроль по всему периметру. На телевизор, чтобы вперед смотреть. Боковые зеркала, как наносится разметка, какой тип разметки, чтобы оператор неправильную разметку не включил не в тот момент. Ну и чтобы еще и машин не задеть, которые сопровождают нас по обе стороны. Подмастерье еще одна бригада. Ведь нужно хотя бы временно ограничивать автомобилистов. Отвлекаться на конусы эти двое не имеют права. На застывание пластика требуется 10-15 минут. И если это время выдержать, полосы получатся идеальными и долговечными. Срок службы краски 3 месяца. Срок службы холодного пластика 6 месяцев. Но так как у нас еще более-менее мощь, где хорошие дороги, он и год прослужит. Даже прошли дожди, вот недавно, и разметка по улице Краснознаменная, она вся видимая. А краска уже бы подтерлась после дождей, после песка на дороге. В 2020 году для этой бригады намечен большой план работ. По подсчетам специалистов, новая машина – это, во-первых, экономия на краске, во-вторых, снижение аварийности и разгрузка дорог. Ведь частота нанесения разметки как минимум снизится вдвое, а кое-где и больше. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.